Дорогие друзья, сегодня мне выпала большая честь открывать наш праздничный концерт, который посвящен Международному дню музыки. Всем творческим людям я хочу пожелать в этот день творческих успехов и вдохновения. И мне хочется еще пожелать, чтобы ваша жизнь звучала как прекрасная мелодия, и ноты любви никогда не покидали вас. И специально ко дню музыки я написала песню, которая называется «Маэстро». Ночь пришла, но только ты еще не спишь. До утра опять вот так ты просидишь. И бессонница играет снова блюз. В сердце стук и вновь забился сильно пульс. И только своей, а пальцы отбивают.